Всем привет! У нас сегодня новая игра от Микромакса, называется Hello Euro 3. Давайте ее смотреть, она у нас на новом движке Unreal Engine 4. Так, двери можно просто толкать. Это выход на улицу. Так, давайте смотреть, у нас тут, наверное, ванная. Нет, тут ничего нет. Шкафы без дверей. Стулья не сдвигаются. Двери интересненькие такие. О, открываются в две стороны. Кол. А можно залезть на дверь? О, смотрите, сейчас я толкну. Сейчас мы забагуем дверь. А, сломал бы ее, наверное, сейчас, если бы она дальше открывалась. Ну-ка, с разгона. О, уже дергается, смотрите. Но странно, что без звуков. Давайте выходить на улицу, смотреть, что здесь есть. Так, у нас здесь домики. Моего отражения здесь нет. Так. Дома одинаковые. Ну-ка, залезем. Нет, не залезем. Значит, в обход. Ой, так он границы-то не сделал, я свалюсь иначе. Кому же здесь? Ладно, пойдем по нормальной дороге. Там просто показалось, кто-то стоял наверху. Там целый дом. Так, давайте с флаем залетим, тут консоль есть. О. Почему-то нельзя летать. А ГОСТ. Можно только так залететь. Мы не можем вверх лететь почему-то. Ладно. Тогда пешочком. Не можем летать по оси Z. А нет, звуки есть. У меня было сильно убавлено, но... Двери, скорее всего, беззвучные. Ну-ка, давайте вот эту забагуем, чтобы задрожало. А, почти. Она сопротивляется. Видимо, они забаговываются только... Нет. Я думал, в другую сторону только. Ладно, пойдет. Так, вот еще есть домик. И он тоже открыт. Куча дверей. Это ванная комната, скорее всего. Да, это уже не тот Hello Euro. Это, возможно, будет кухня. Здесь, не знаю, какой-то школьный класс. Так, по ступенькам он, кстати, Микромакс не идет. Только вниз, а вверх не идет. Врезается, видимо, очень высокие. Только прыгать, но неудобно. Крыша без текстур. И тут текстуры очень мелкие, он даже монитор не справляется у вас. Очень мелкий рисунок.
Так, кирпич. Ну-ка, мы не выпадем. Здесь нельзя приседать. Бежим дальше. Ой, здесь стекла, что ли, или что? Да, стекла. Никаких предметов здесь нет в игре, я бросаться ничем не могу. На второй этаж не могу попасть, потому что ГОСТ не работает. Ой, я прям в текстуры влетел. Даже не ожидал. О, смотрите, остановка. Метро. Молодец. Там что за заправка? Или там стол? Это стол из этого, из Unreal Engine. Ну, дубы здесь. А нет, это не дуб. Так, здесь у нас провал какой-то. О, озеро. Я, наверное, свалюсь сейчас вниз. А, утонуть нельзя. Прикол, я вылезти смогу хоть. Видимо, тоже нет. Хитрая эта ловушка. Ловушка для подписчиков. Ну вот здесь только если... Не, никак. Ну, мы всю карту, в принципе, посмотрели. Можно на этом видео заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Микромаксу спасибо за работу. Видимо, скоро будет настоящая игра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Как вам такая новая игра на новом движке? С вами был Топси. Всем пока.